это еще одна часть. О, вот это универсальный ключей Стармил. Это цифралка ТД-20. Давайте его полным черным ключом цифралы. Нет. Он не работает. Да, ребята, он не работает. Это очень плохо. Цифрал не работает. Так. Маршал. Так. Сейчас. Так, понятно. Сейчас я попробую это открыть. Нет. 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 Не срабатывает. Нет. Так. Пошли. Последний ключ остался. Нет. Не срабатывает почему-то. Сейчас я посмотрю следующий подъезд. Итак, тут визит. Давайте УН4 попробуем. Такой визит редко открывается в универсалке. Не открывается. Так, ребята, я подошел к новому дому. Тут кодовый замок стоит. Но это ничего интересного. Только три пада. Тут стоит Элчис. Элчис. Так. Давайте попробуем УН4. УН4 попробуем. Он работает. УН4 почему-то. Это же УН4, да, это УН4. Давайте попробуем визитом открыть. Цифра. Нет. Давайте мы таком плюс, кстати. Нет. Давайте УН5. Еще какие-то УНки. Нет. УН6. Нет. УН5. Нет. Это УН-ка. Нет. Так, нет. Давайте я помню, кстати. Kenter.ru Elchis ключ. Нет. Кейман, давайте цифрал попробуем. Нет.
так, подождите. Вот. Уни. Нет. Уни 2. Нет. Поздравляю, Элтис не открылся. Можете меня поздравлять, мои универсалки не открыли Элтис. О, это визит какой-то. Так, давайте попробуем его открыть. Так, оранжевым ключом. Визит. И тут дверь открыта. А домофон не рабочий. Ой. Ну этот уже рабочий, мне кажется. Так, это уже бесконтактный визит. Нет. ОМ-ка. Здрасте. Так. Давайте попробуем. Нет. Так, давайте тогда попробуем ключ визиткой Энтер. Так, подождите. Нет. Нет, не открывается почему-то. Ладно, сейчас я подойду к следующему дому и включусь.